Всем привет! Вы на канале компании Adore, с вами Вадим. Большинство знает компанию Adore как производителя надежных, скоростных и мощных электроприводов дверей и автоматических подножек. Но помимо данной продукции, наша компания выпускает также аксессуары для дверных систем, в частности, аварийные открыватели и тросы управления для них. Внутренний аварийный открыватель при возникновении внештатной ситуации позволяет открыть дверь в аварийном режиме из салона транспортного средства. Давайте более подробно рассмотрим, из чего состоит аварийный открыватель, как он устроен. Перед нами корпус аварийного открывателя, точки крепления на корпусе, эргономичная рукоятка, и клавиша возврата рукоятки в рабочее положение. Внутренний аварийный открыватель подключается к дверной системе с помощью троса управления аварийным открывателем, который также выпускается нашей компанией. Давайте посмотрим, что называется вживую, как работает внутренний аварийный открыватель. И сделаем это на примере автобуса с установленным приводом Феникс. Обратите внимание, дверь закрыта. Перед нами аварийный открыватель. Беремся за рукоятку и тянем ее на себя. Будут слышны характерные щелчки. Дверь вышла из проема. Ее можно в дальнейшем свободно открыть вручную. Проход свободен. Для приведения аварийного открывателя в рабочее положение необходимо нажать клавишу возврата рукоятки. Открыватель готов к работе. Аварийный открыватель от компании Adore доступен для применения абсолютно в любых дверных системах, где есть возможность механического разъединения механизма привода и двери. Поэтому наш аварийный открыватель можно увидеть как и в колесных транспортных средствах, автобусы, электробусы, троллейбусы, так и в современных трамвайных вагонах и даже в специализированных железнодорожных вагонах поездов дальнего следования. Приобретайте продукцию в отделе продаж компании Adore. Всем спасибо за внимание. Всем пока!